Всем привет! Шестой выпуск передачи Ctrl-C о том, что можно скопировать из текстов тех, которые попадаются вам на глаза. В интернете пока. Да. И сегодня с нами неожиданные спикеры. Это Людмила Шабалина, копирайтер, собственник своей транснациональной компании. Название мы еще так и не придумали. Уже с четвертого урока до шестого прошло столько времени, название не придумали. И я... Кирилл Рыбасов, президент мультифинанс. Точка. Спикер. Тренер. Тренер. И один из аватаров, который будет нещадно, либо ругать, либо хвалить тот текст, который мы сейчас будем разбирать. Мы еще не знаем, кто из нас будет нападающим, кто будет защитником. В данном случае нас это всегда очень как-то неожиданно. Да, и всегда в нашей передаче ждите сюрприз, потому что неожиданно может кто-то выйти раз и за нашу спину встать и начать говорить, да не, это не то, это то. Поэтому ждите, в одной из передач обязательно такие гости появятся. Да. Итак, сейчас у нас в разборе уже не письмо, это уже Слзак на тренинг. Письмо было так себе, просто перешла по ссылке, потому что... Из письма ничего скопировать нельзя. Из письма вообще ничего, письмо на самом деле было жуткое. А здесь есть две вещи. Здесь не полностью весь этот текст, здесь буквально два экрана, скриншоты двух экранов. Давай, подожди, перебью тебя. Друзья, сразу для тех, кто будет смотреть нашу... Для тех, для кого повторяем. Эта передача будет первым. Мы не оцениваем бизнес конкретных людей. Или продукт, или услугу. Да, или продукт хороший, плохой и так далее. Мы оцениваем... Только тексты. Да, только тексты и оформление. Если мы говорим, что письмо было ужасным, это не значит, что компания ужасна. Компания может быть самая лучшая на свете и самые лучшие продукты. Просто не повезло с копирайтером. Просто это письмо было ужасным. Вот и все. Письмо ужасное, компания хорошая. Так тоже бывает. И если мы говорим потрясное письмо, идеальный текст, мы не говорим, что это продукт этой компании хороший. Вообще никакой связи с этим нет. Нету. Вот и все. Итак, что здесь прежде всего мне понравилось? Это само название. Мастерская вирусных туннелей продаж. Да, бомба. Вирус туннель цепляет. Почему цепляет? Вирусные, все уже знают, что такое вирусное видео, которое распространяется само по себе. Это халява. Это халява, да. Туннель, слово, в представлении многих, это то место, откуда человек никуда не может деться. То есть это только вот идти дальше вперед. Да, то есть есть начальная точка, где плохо, да. И есть конечная точка, где хорошо. И сочетание со словом продаж, все это вместе говорит о том, что вот мы вас научим, да, как делать такие туннели, куда клиенты будут сами забредать и будут у вас покупать. Слово вирус ассоциируется с словом бесплатно, то есть имеется в виду, если ты запустил... И быстрое распространение. Быстрое распространение, но бесплатно имеется в виду, что ты... Чуть-чуть потратил, а эффект будет масштабным, потому что люди друг друга пересылают, и ты уже за это не платишь. И это уже вау, это значит, я стану миллионером там быстро, да. И туннель, что это со слова гарантия, да, что если вы будете по туннелю идти, значит, вы не сможете ни влево, ни вправо, только дойти до цели. Мастерская. Дальше идет мастерская какого-нибудь фраза. Есть? Мастерская это в смысле обычно, в данном контексте это то, где учат это делать. То есть есть мастер, который учит своих подмастерьев, учеников делать что-то. То есть мастерская в смысле производственный цех. Бомбовский туннель мне нравится. Я вот, пожалуй, сворую себе куда-нибудь. Сворую, да, можно своровать, но опять же, да, как это сказать? Учтите, что хорошие фразы рано или поздно превращаются в шаблоны, и тогда они перестают работать. То есть старайтесь, здесь речь о чем идет? Старайтесь находить образные, яркие названия, ассоциации, которые будут вызывать у людей те мысли, то направление мысли, которое вам нужно, чтобы люди начали мыслить в ту сторону, куда нужно вам. А вот здесь, не знаю, в моей шкале оценок это 10 баллов. То есть мне очень понравилось это название. Не, бомба. Отстроились, ничего такого заезженного нет. Аналогии слов бесплатно и гарантированно, причем так по-модному. Нет, дальше просто подзаголовок идет. К подзаголовку у меня есть несколько нареканий, но это больше по оформлению и, возможно, по
длине подзаголовка, это что это пяти. Это ужасно на самом деле. Да? Это ужасно. Почему? Потому что это не наша орфография, не наши правила. Это в Англии используется, там это может быть воспринимается нормально. Русский человек, как бы ни говорил, то есть это может воспринято быть нормально, если это коротко, но здесь три с половиной строки, и каждое слово с большой буквы. Иногда даже удивляюсь, ну, даже предлоги с большой буквы, понимаешь, и это, ну, но. Я немножко здесь оговорюсь, угу. Это надо тестировать, смотрите, почему, потому что я знаю такую фишку. Кирилл, тестировали уже, это хуже на русскоязычной аудитории воспринимается. Хорошо, надо тестировать, почему, потому что я знаю такую технологию в директ-рекламе, когда можно объявление написать по-русскому. Как правило, Кирилл, директ рекламы короткая, а тут длинно. Короткая, примерно столько же слов. Ну не подождите, стойте. Директ рекламу можно нарисовать, написать как правильно, а можно вот так вот нужные слова выделить. Давай спросим, ребята, буквы. Как вы считаете, если у вас есть опыт, ну рассудите нас, напишите. Я говорю, что это моветон вообще буквально в русском языке. Вот сейчас в данном мне не нравится. Мне не нравится. Я увидел эту фишку, но мне не нравится, потому что я не могу прочитать. Я вот сейчас уже минуту пытаюсь прочитать, что написано, я не могу понять. Фон, тут еще и фон, который с эффектом газетного растра, и на нем белые буквы, это просто сливается, это просто тяжело для восприятия. Это тоже, хороший, да, такой, ну, как газеты, да, при печати. Суть этого подзаголовка, правильное описание, то есть без вопросов. Пятинедельный воркшоп «Внедрение технологии старта и развитие своего дела с нуля до потока клиентов более чем на 20 тысяч долларов в месяц без сайта и технических навыков». Ну ладно. Звучит длинно очень, но суть передана. То есть что я здесь вижу, да, что срок, что мне понадобится 5 недель, да. Ну, воркшоп – это некоторые, ну, некий формат этого мероприятия. Внедрение технологий каких-то. То есть технология – это отработанный процесс, который мне расскажут, и применив его у себя, я получу те же результаты. Угу. Ну, обещанные здесь, да. Весь, смотри, старта и развитие своего дела с нуля до, не до 20 тысяч долларов даже в месяц, а до потока клиентов. То есть вот это слово «поток клиентов» Хорошо. Говорит о том, что это будет продолжительно, всерьез и надолго. Хорошо, это цепляет. А дальше идет снятие страхов и возражений без сайта и технических навыков. То есть это основной страх начинающих бизнесменов, которые говорят, ой, нужен сайт, а я вот не знаю, у меня его нету, и технических навыков нету, это так дорого. Здесь дается, ну это очередная волшебная таблетка, ну в хорошем смысле слова, не надеемся. Не верю, 20 тысяч долларов, не верю, сразу, вот ты мне письмо прислал, и 20 тысяч долларов, раз! Без сайта технический навык. Нет, не Кирилл, верю. Ты неправильно интерпретируешь эту фразу. Тебе здесь говорят о том, что через 5 недель ты овладеешь технологией стартапа и развития своего дела. Понимаешь? То есть ты 5 недель будешь изучать эту технологию. Угу. Но здесь ни слова не говорится о том, сколько времени ты это будешь внедрять. Ну, я же это так подумал. Прием. Это хороший прием, но я так подумал, что они мне тут говорят на 20 тысяч долларов. Ну дофига, слишком большие цифры. Можно, может быть, ты не аватар, может быть, в твоей жизни такого вот ни разу не было, и поэтому ты говоришь, что не веришь. Вот тут я аватар. Тут это моя. Аватар. Вирусные продажи, туннель, я бизнесмен, хочу увеличить, бла-бла-бла-бла-бла, но пятинедельный воркшоп внедрения технологий старта и развития своего дела с нуля до потока клиентов более чем... Я могу сказать, где они промазались, что-то с этими 20 тысяч долларов не так, в месяц, понятно, это всего на самом деле 60 тысяч. В общем, они не показали 600 тысяч рублей, а уже сейчас это миллион рублей, кого, уже 1 200 000. Миллион 200, ну в общем, мне не нравится, какое-то такое обещание сразу, много, неизвестно какой бизнес. Не люблю я такие обещания голосовые. Хорошо, ладно, но мы же говорим, что скопировать. То есть скопировать, а что? Сама система вот этого подзаголовка, То есть когда конкретно говорят, что получишь, за какой срок и без чего. Да. То есть это правильно, да, сам алгоритм составления подзаголовка. Слушай, ну я как бизнесмен понимаю, что если кто-то занимался уже бизнесом нормально, там более чем без сайта ничего там немца не погоним. Это однозначно. И хотя они же сайт имеют, поэтому что они тут нам рассказывают? Это одностранично. Как
Какая разница? Какая разница? Да, ну опять же, без сайта может заблуждение людей, что сайт это большой миллион много страниц, а они технические навыки это классное слово. То есть без технических навыков так и есть. Сейчас можно создать сайт без технических навыков за 22 часа, и это будет бомбовский сайт, и дешево, или почти бесплатно. То есть мне из-за этого две вещи режут слух. Это 20 тысяч долларов и без сайта. Вот как бы если было подумать, как это обыграть и убрать или добавить. То есть вот 20 тысяч долларов, мой вердикт, 20 тысяч долларов и слово без сайта, я бы не купил. У нас есть один шанс это узнать, это купить этот тренинг схвачено. Поработать 5 недель, да, и понять, что это к чему, но у нас в наши задачи это не входит. Следующее, что мне понравилось, да, это два следующих абзаца. Один, почему это актуально, объясни мне сразу, почему сейчас надо сделать. Что мне здесь опять режет просто глаза, это опять же длинные фразы, где каждое слово на большой буквы. А, так они везде это применили, что ли? Ну, там дальше где-то нет, но в начале это уже совсем перебор. И следующее, что стащить. О, еще дальше. Да, вот маленький еще кусочек следующего блока, это то, что они говорят, что прежние модели развития своего бизнеса, видишь, большой маркетинг. Колхозные рекламы, да, осторожно, колхоз-маркетинг. Это круто. Это, да. Опять же, к названию тренинга, да, очень образное сравнение и название тех процессов, которые сейчас происходят. Почему? Потому что, по крайней мере, в сознании жителей и бизнесменов на постсоветском пространстве все знают, что такое колхоз. Да, это значит плохо, стрёмно. Ну, все, да, но как сказать, это общее имущество, то есть и непонятно, сделанное на коленке, там через какую-то колхоз, оглу или еще конкретное что-то. Слово для Короче, меня ассоциируется образ. С плохо. Вот с плохо, да. У всех это плохо. Ассоциируется, и поэтому они говорят, что вот это больше не работает. Колхоз. Слово колхозан. Да, себя отжил. Угу. Если по оформлению, что мне еще не нравится, то у них было дальше по тексту, вот эти выделение болдом жирным шрифтом отдельных слов в тексте, вот такое хаотичное выделение как бы нужных фраз, но оно рвет текст. Да, оно рвет текст, рвет по строчкам, читать очень тяжело, потому что взгляд цепляется за выделенное слово, и хочешь не хочешь, я проскакиваю, не прочитываю то, что может быть где-то еще. Ну это вот коротенько, это просто два момента, которых можно было скопировать с этого сайта. Дальше Какой было смарт? Хуже. Я очень рада, что ты не видишь, что было дальше на самом деле. Там еще я есть? Здесь нету. А вообще я тебе покажу эту страничку. Поверь, то есть я думала, это конец лендинга, это не конец. Нет, это не конец, это самое-самое начало. А-а-а. Там дальше еще где-то в 5-6 раз больше, чем мы здесь увидели. То есть это большой. Даже мою окрепшую психику Людмила бережет. Бережет, там не стоило видеть, когда дело дошло до цены, просто волосы зашевелились. Но если резюмирую, да, что понравилось здесь, это именно вот эти найденные яркие образные фразы в названии и колхозный маркетинг. То есть вот это можно скопировать вот просто. Я надеюсь, что те, кто писал этот текст, к этому готовы. Вполне возможно даже, что ну, это будет растиражировано очень быстро и очень много. То есть, ребята, короче, кто смотрел, ловите момент, пока это еще не стало шаблоном. Но учтите, что мы уже с Кириллом первые, кто это скопировал себе. Спасибо. Спасибо передаче Ctrl-C, что научила нас туннель продаж. Да, туннель продаж – это очень хорошая фраза. Я думаю, что она будет работать. Ну, причем это вообще сильно синоним очень близких к воронке продаж, но есть воронка, которая засасывает, да, и есть туннель, откуда никуда не деться. Ну, воронка и продаж имеет свое четкое, свой четкий смысл, свою ассоциацию, если ты поставил... Я думаю, что туннель продаж ее тоже приобретет очень быстро, свою четкую ассоциацию. То есть, что... Туннель продаж, типа, это такая, вот для меня, как я вижу ассоциацию, сейчас я хочу, я хочу так сформулировать для себя, что туннель продаж – это 100% гарантированный метод продаж. Который я вот рубль вложил, 100 получил. Понравилось, еще 2 вложил, 200 получил. Вот так я это вижу. Поэтому еще маленький момент, что здесь хорошо мастерская, множественное число, Кирилл, это тонкий момент. Мастерская вирусных туннелей продаж. То есть это говорит о том, что для своего бизнеса можно будет получить несколько, много этих туннелей. Это для тех, кто хочет еще больше, сильнее. Это хорошо, смелее. Это усиливает смысл. Я не спорю. Понимаешь, то есть мастерская вирусного туннеля. Одного, то есть, ну, туннелей множественные, это классно. Смотрите, еще, друзья, что понравилось мне в этом письме, то есть, внешне, да, то есть, это лендинг, понятно? Мне понравилось, первое, очень бизнесовый шрифт, да, то есть, это реально отстраивается, он не дешевый, он не... А?
по-моему, это... Не-не-не, это специальный там, угу. Это шрифт, он сделан по фэншую. А хорошее на... По бизнес-фэншую. Да, да, потому что по бизнес-фэншую. Просто слово фэншую для меня это ничего не значит, только значит правильно. В общем, все сделано правильно. Картинка классная, как газетная эта штука на заднем фоне, нормальная, да, такая, ничего там не понятно, что происходит, но видно, что как деловая такая передает. Ну и, соответственно, здесь логотип, хотя я уже начал читать, понял, что это полная ерунда, означает Facebook, Formulas, ну какой-то, ну, то есть, ну а так глазами кажется, что серьезно, есть логотип у этого бизнеса и так далее, и так далее. В общем, для бизнесовой аудитории хорошая, для меня, да. Тут для тех людей, которые не любят колхоз-маркетинг. Да, да, то есть сразу прописан аватар, почему актуально сейчас, и сразу прописан аватар для тех, кто понимает, что колхоз-маркетинг не работает, вообще, колхозная реклама не работает, то есть что-то новое, как продавать дальше. А вчитываясь и смотря в детали, есть, конечно, претензии. Все, иди. Да. Друзья, в общем, если у вас какие-то есть вопросы, замечания, предложения по этому лендингу, по этому письму, прям пишите ниже комментарии свои, что думаете и так далее. Мы будем на них обязательно отвечать. Можете с нами поспорить, возразить с радостью. Да, можете с нами поспорить, особо в переписке. Да, это с удовольствием, но понятно, что именно предметно. Да? Да. Не хотим спорить под нашим каналом, почему плохо или хорошо жить в Таиланде, потому что это никак не имеет отношения к этому лендингу, но по этому лендингу, по вообще продающим словам, готовы поспорить. А для тех, кто не подписан на наш канал, у вас есть уникальнейшая возможность подписаться, правильно? Да, или не будем сейчас разрешать, или не запретим подписку? Нет, ладно, нет, ладно, нет. Ну еще можно, можно. Подписывайтесь, в общем, на наш канал, конечно, я шучу. И что еще? А, у нас есть рассылка, вы можете подписаться на рассылку и будете получать все наши выпуски самыми первыми. Почему выгодно самыми первыми? Потому что мы берем свежие письма и последние тенденции. Да, и, ну, соответственно, вы то не пропустите. Не то, что, да, вы не пропустите, назад, если забудете. А то, что сейчас. Но знайте, наши выпуски происходят во вторник в 6 часов по Москве. То есть, если вы смотрите сегодня вторник в 7 часов, то у нас выпуск уже есть. Заходите на YouTube и находите наш выпуск и смотрите. Все. Идеи, всем, все мысли, да, сказали. Традиционное пожелание больших продаж, лояльных клиентов и успехов в жизни, достижения целей. И, оставайтесь с нами. Да, пишите хорошие тексты. Пишите письма и напишите своим там семье и знакомым, что вы их любите. О, классно. Да. Все. Всем счастливо. Пока.